Евгения, первая еда за день. Это первая еда за день. 5:30 вечера. Я кушал сегодня где-то в 10 часов утра. Какой кошмар. Для мужчины это ад. О. Я очень голодный. Очень. И благодаря тому, что рядом со мной есть две женщины, культурные, образованные, продвинутые, я веду себя как человек. Но если бы их здесь не было, я бы все просто как неандерталец, неотесанный, волосатый. Евгений у нас гурман. Да, вы знаете, я люблю рыбу. Естественно, русская еда. Потому что черный ворон. Все это классно. Ой, то не вечер, то не вечер. Слушайте, может быть, вы завтра будете петь? Хорошая мысль. Вообще, мне нравится петь. И... А мы будем вас кормить бутербродами. Завтра вы станете свидетелями, как бывший заведующий кафедрой психологии, кандидат наук, папа четверых чилдренов, как мужчина, который имеет четкие принципы в жизни, у которого вроде бы, знаете, он очень правильный. Завтра вы увидите, как правильный человек ведет себя неправильно для того, чтобы быть очень правильным. Встретимся скоро! Супер! До завтра! До завтра!